Айнард Фейн, жители Империи, с вами Нильфгардец. Вот и наступил день О. Ваш император отправляется в отпуск, ну или на заслуженный двухнедельный отдых. Поэтому у меня для вас одновременно печальные, но одновременно и хорошие новости. Начнем с печальных. Разбора новых колод для текущего патча 1.8 не будет на протяжении примерно 2 недель. Но это максимум, минимум 12 дней. Стримов также не будет целых 2 недели, примерно до 25-26 августа, когда я, собственно говоря, приеду в свой дворец. Но это не значит, что ваш император бросает вас на произвол судьбы. Нет, я всегда думаю и забочусь о своих подданных. Чтобы наш канал не простаивал, я нарезал и записал большое количество, ну как относительно большое количество маленьких хайлайтов с наших стримов и с разбора разных колод. Действительно интересные и достаточно смешные моменты, которые иногда вы не видите. Почему? Потому что средняя продолжительность просмотра видео на нашем канале составляет где-то 10-15 минут, при условии, что многие из них идут по часу и больше. Соответственно, не все же из вас могут увидеть эти моменты, потому что просто скипают видео. Соответственно, теперь вы их сможете увидеть в нашей новой рубрике «Имперские хайлайты». И на самом деле это достаточно даже здорово, потому что, уезжая в отпуск, у нас появляется новая рубрика, и если вам она понравится, зайдет всем, и вы будете активно ее смотреть и ставить лайки, то в будущем имперские хайлайты будут появляться намного чаще. Сейчас я подготовил где-то примерно 5-6 видео, они будут выходить с перерывом в 1-2 дня, и все это закончится моим приездом и первым стримом за будущие 2 недели. Поэтому, нильфгардцы, желаю вам хорошенько отдохнуть ближайшие 2 недели, набирайте сил, готовьте новые интересные колоды к моему возвращению и продвигайте нашу новую рубрику «Имперские хайлайты». Ставьте лайки новым видео, комментируйте, просматривайте их по несколько раз и двигайте их в топ Ютуба. И если вам зайдет эта новая рубрика, то таких видосов будет еще больше. Ну а я отправляюсь в заслуженный отпуск, наслаждаться красотами нашей империи, потягивать вкуснейшее тусенское вино и просто отдыхать. Чего и всем вам желаю. До встречи через 2 недели.